Добрый день, уважаемые друзья! С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в стране впервые пройдет Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий». Она станет достойным завершением Года науки и технологий. Организатор акции – Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив. Генеральным партнером акции выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций. Модельная библиотека села Генеральская присоединяется к этому событию, и сегодня я расскажу вам о новейших достижениях науки в современном мире, о технологиях 3D. В современном мире технология 3D применяется практически во всех отраслях. При упоминании термина 3D в голове сразу всплывает образ трехмерной компьютерной модели. Однако применение специфика 3D гораздо шире. 3D-принтер. Наверное, одно из самых известных применений 3D-технологии – это 3D-печать. Уникальный метод создания трехмерных объектов, завоевавший мир. Инновационная технология стала мировым трендом, потому что позволила воплотить любую гениальную идею в реальность. Когда-то это казалось фантастикой, но уже сегодня любой желающий может купить себе домой 3D-принтер и начать печатать объемные фигурки и детали. Модели принтер строит с помощью расплавленного пластика, слой за слоем. Затем пластик остывает, затвердевает и превращается в реальный объект. Далее его можно доработать, отшлифовать и даже раскрасить. 3D-принтеры функционируют на основе различных технологий, но имеют классический алгоритм печати. С помощью 3D-принтера можно изготавливать уникальные мелкие детали, прототипы или игрушки. В медицине технологию трехмерного моделирования используют для получения объемных моделей внутренних органов и тела человека в целом. Это помогает при ультразвуковых, эндоскопической хирургии и прочих исследованиях. Помимо этого, изображение можно сохранить в любом доступном формате и использовать в качестве наглядного пособия для обучения студентов или распечатать орган или кость на 3D-принтере. 3D-телевизоры – это новая веха в среде формирования изображения на экране мониторов и телевизоров. Правда, разглядеть трехмерное изображение получится только с помощью специальных очков. Это связано с методикой построения пикселей на экране. К тому же, чтобы ощутить глубину 3D, нужно, чтобы сам фильм был снят в этом режиме. А снимается он, как правило, с двух камер отдельно. 3D-изображение выглядит на экране объемным, задние планы кажутся дальше, а летящие в экран объекты как будто готовы вылететь прямо из телевизора. 3D-телевизоры открывают новые грани изображения. 3D-пол – это фантастическая технология украшения своего жилища. Естественно, что сам пол остается плоским, и объемное изображение формируется лишь за счет нанесенного изображения. Однако рисунки иногда обладают таким достоверным видом, что можно перепутать с реальностью. С помощью технологии 3D-полов можно создавать интересные иллюзии. 3D-сканер. Об обычном сканере, наверное, слышал каждый. Он может считывать информацию с бумажных носителей и сохранять ее в компьютер. 3D-сканер умеет оцифровывать реальные объемные объекты и заносить их в компьютер для последующей трансформации или исследования. 3D-сканер может сканировать реальные объекты. 3D-ручка представляет собой мини-копию 3D-принтера. Технология похожа, однако служит ручка для создания более простых деталей и объектов. Формируется фигурка так же, как и на принтере, слоями, а материал, из которого она состоит, расплавленный пластик, который выдавливают из носика ручки. При достаточном навыке можно создавать достаточно сложные объекты. 3D-комната построена по принципу 3D-кинотеатра, только оформлена в виде нескольких стен. С ее помощью можно визуализировать различные строительные объекты и события. Это могло бы помочь инженерам, проектировщикам и строителям изучить будущие строительные объекты.
В виртуальном мире можно создавать любые миры. Голографический стол. Такой стол пока находится на стадии прототипа, и он скорее предназначен для создания различных демонстрационных материалов, чем для удобства. Да и выглядит такое представление объекта весьма эффектно. Для начала придется использовать специальные очки. 3D-радар, как можно подумать, не формирует полноценную объемную картинку на экране. Он просто позволяет более точно измерять расстояние и высоты движущихся объектов. К тому же такой радар имеет более высокое разрешение, что дает возможность наведения на цель заранее. 3D-радар помогает военным более эффективно использовать технику. Компьютерные технологии все больше срастаются с реальной жизнью. Однако грань между настоящей реальностью и реальностью, так сказать, компьютерной или виртуальной остается.